Banderas Ziel war ein unabhängiger ukrainischer Staat, aber auch ein ethnisch gesäuberter, den er mit allen Mitteln gründen wollte, auch mit faschistischen. Er hat Pogrome gegen Polen und Juden initiiert, seine Anhänger töteten fast Zehntausende Polen, wirkten bei der Deportation von Hunderttausenden Juden durch deutsche Nationalsozialisten mit. Bandera war ein ukrainischer Nationalist und ein ukrainischer Faschist, der Führer auf ukrainisch Provitnik eines ukrainisch-faschistischen Staates werden wollte. Dieser Staat wurde im Juni 1941 proklamiert, aber Hitler hat diesen Staat nicht anerkannt. Der Plan ist gescheitert. Батько наш Бандера! Ти батько наш Бандера! Батько Бандера! Ще до нас прийде! Батько наш Бандера! Батько наш Бандера! Батько наш Бандера! Україна! Батько наш Бандера! Батько наш Бандера! Батько наш Бандера! Два, три, чи! Батько наш Бандера! Батько наш Бандера! Батько наш Бандера! Батько наш Бандера! Батько наш Бандера, Україна мати, ми за Україну воювати. Нет, как вы относитесь к декоммунизации? Будет ли она продолжена в случае вашего президентства? И с одной стороны, как бы есть декоммунизация, с другой стороны, появляются такие вещи, как, допустим, проспект Степана Бандера. Вы лично как считаете? Как должно быть? Я, честно говоря, вообще в целом. О чем сказать? Я нормально абсолютно отношусь к декоммунизации. Общество выбрало и нормально. Вот, я считаю просто, как вам сказать, есть неоспоримые герои. По мне так, смотрите, то, что Степан Бандера герой для какого-то процента украинцев, и это нормально, и это классно, это один из тех людей, который защищал свободу Украины, да,